Поэтому я хочу сказать лыхаем. Большое спасибо, что все работники, руководители с нами, так сказать, вместе. Даже Рыбцви, как бы, несмотря на то, что он бежит, все равно, так сказать, уважил нас и остался. Сделал с нами лыхаем. Да. Была такая пластинка. Говорит Сталин Макшимов Зихру. И он говорит, я не хотел вообще сюда идти и не хотел здесь говорить, но Никита Сергеевич меня позвал. Так я тоже случайно совершенно. Но такой праздник, и я вижу за одним столом сыновей Рав Менделя, которого я видел еще без сыновей, только который начинал 20 лет вгрызаться, назад. Ну сколько кто считает, да, вгрызаться в Талмуды. Так что это большой праздник. Но не просто так мы сейчас закончили бутылку Луиса XV, потому что в Париже он сжигал свитки Талмуда, а мы празднуем. Это то, окончание что... Талмуда. Одного трактата. И это то, что говорил Рав Исроэль Соловейчик за царь. Он говорил, что это удивительная вещь. Коммунисты заставляли пленных немцев строить ешиву для евреев в Подмосковье. Это ешива Турат-Хаим, которая была в Удельне. Но в санатории, вот это здание, строили пленные немцы. Но они еще не знали. Да. Так что это то, что мы должны знать, что все то, что делает Творец, он только делает ради нас. А наша задача проявлять его славу. То, что сказано в конце Пиркея, то, что все, что сделал Творец в этом мире, то Леоса эле лихводо. То есть все, что происходит, это в честь него. И то, что Рав Менделе говорил, что 4 раза повторяли, почему-то за этим столом сидят 4 его сына, Блиайн Ракенербу. Да, посмотрите, участвует в Сиюме. Я понимаю, но в Сиюме. Так это мы видим браха, которую получает человек, который выбирает служить Творцу. Так это браха, и то, что мы вам желаем, чтобы вы завершали весь час. Амин. Они думают, а им цибур гам михуяв лишмо хазор сашат? או שבעצם כל יוחד ויוחד מחויב לשמוע, להתפלל בלאגש. וגמרא מביאה שיטת רבן גמליאל שבעצם כל הציבור מחויב לשמוע חזור סשת. Так зовут этого посланника, который работа которого сделает нам испытание. Так вот, Сиюм Масехет Эйн Ласот, это Рашей Теод, аббревиатура. Окончание трактата делать не надо. Не делать. Поспеши, да? Это имя вот этого, того, у которого тавкид, его роль, это быть нашим сопротивлением в материале, да? И если посмотреть, у нас получилось, мы делали вот это, учили этот трактат Рошана. Во-первых, было сложно как все это закончить. Трактат были допим, на которых мы накатывали, что называется, как на высотку, так сказать, по 4 раза, как бы, чтобы, прежде чем взять. Да? Это было непросто. То есть, как бы, это было такое, были такие сугиот, которые нужно было просто лифацех, да, разгрызть, как орех. Как бы, нужно было непросто. Плюс, даже вот сейчас, когда мы закончили, было несколько... Когда делать, да? Мы говорили, давайте сделаем в Пурим Катан. Пурим Катан не успели, потому что нужно было закончить. Были сложные сугьот в конце, сложные темы, не получалось. Потом Рош Ходеш Адар так сложилось. Рош Ходеш Адар Бет так сложилось, что мы не смогли сделать тоже. Рав Бен Цион приболел. Да? Вчера не сложилось. Сегодня, так сказать, тоже были какие-то сложности. Как это все организовать, то, что там один из детей у меня приболел, я не мог приехать сегодня рано. В общем, пока всех детей собрал, в общем, все было не как бы с каким-то определенным сопротивлением, да? Это симан, да, что действительно это очень важная вещь, да? Раз есть такое сопротивление, значит мы на правильном пути, значит этот урок, значит этот урок, которым хотел бы поговорить, как бы рыбоврома, который является нашим мотором, так сказать, завел нас на это дело. Все, кто ходит на урок, да,
всех, кто участвует в уроке, всех, кто заставляет меня разбираться, да, чтобы я не говорил какие-то вещи от себя, тяну какую-то, а бэмэт, чтобы было пшат, истинное понимание слов Торы. Всех, кто участвует. Большое спасибо Бене и Йоне, которые сегодня пошли и закупили все, так сказать. Я хочу, чтобы они понимали, что почему я специально привожу сюда, на эти сиюмы. Чтобы они понимали, что ковы да тэра, уважение к Торе, к этому к законченному трактату, который мы сделали, какую-то цельность, это очень важно, это самое важное, это уважение к Торе. Поэтому эту трапезу мы делаем не просто там, пирожки и разбежались, да? Мы хотим, чтобы эта трапеза была как настоящая трапеза, как бы... С уважением, с ощущением того, что есть какой-то праздник. С ощущением праздника. Почему? Потому что мы хотим, чтобы они, прежде всего, впитали это ощущение праздника. И чтобы те, кто участвует в уроке, тоже впитали, почувствовали, прочувствовали вот это ощущение праздника, которое у нас есть. Это самое важное, потому что основное сопротивление, которое есть, оно против вот этого ощущения праздника и радости. Могут сказать, а что вы так радуетесь? Что такое? Ну вы читали книжку, закончили. Ничего подобного. Это очень важный момент. Какая-то цельность в какой-то теме Торы, которую от начала до конца начали, закончили, это возможность нового уровня, возможность понимания Торы, взгляд Торы на Тору с какой-то цельностью, это очень-очень-очень важно. Это имеет огромную духовную ценность, и поэтому мы так как бы хотим подчеркнуть это вот таким вот образом, трапезой, как же называется, на полную катушку, а не просто, так сказать, чтобы поставить галочку и разбежаться. Поэтому я хочу сказать лыхаем. Большое спасибо, что все работники, руководители с нами, так сказать, вместе. Большое спасибо всем. И мы хотим, так сказать, как бы пожелать нам и всем участникам урока, и всем, кто участвует в этой трапезе, чтобы заслуга уважения к Торе могла нам получить огромную сиату дишмая, помощь Всевышнего во всех наших начинаниях. Спасибо.